Диспут – это публичный спор, призванный урегулировать конфликт между двумя сторонами сделки. Сделка в Local AON выглядит следующим образом. Продавец выставляет ордер на продажу, допустим, 100 монет AON. Покупатель хочет приобрести монеты и принимает заявку. После оплаты покупатель подтверждает свое действие нажатием кнопки «Я оплатил». Получив средства, продавец подтверждает это нажатием кнопки «Освободить монеты». После этого монеты автоматически отправляются с баланса продавца на баланс покупателя. Сделка успешно завершена. А теперь представьте следующую ситуацию. Покупатель совершил оплату, но продавец, получив средства, не спешит это подтверждать. В рамках примера это создает определенный риск для покупателя. Проблему решает диспут. Если покупатель видит со стороны продавца явное нежелание отправлять монеты, необходимо открыть диспут. После этого система автоматически заморозит средства продавца до разбирательства. Существует также автоматическое открытие диспута. Оно происходит в случае, если одна из сторон сделки не совершила подтверждение. Открытие автоматического диспута происходит через 60 минут с момента подтверждения одной из сторон сделки. Подобное регулирование защищает участников сделки от мошенничества и других манипуляций.